На не совсем дружескую беседу в районную администрацию было вызвано 20 предприятий, которые в общей сложности задолжали бюджетам разных уровней 58 миллионов рублей. Суммы долгов от 570 тысяч до 20 миллионов. Главу района приятно удивило то, что 5 предприятий из 20, получив приглашение на комиссию, поспешили по своим бюджетным счетам заплатить. Комиссия наша с вами не меняет свою, так скажем, философию. Мы не оказываем давление на должников, а в первую очередь пытаемся все-таки найти пути возможной помощи от администрации, от других смежных структур, для того, чтобы подправить какую-то экономическую ситуацию, может быть, сложную, в которую попали наши коммерческие предприятия прежде всего. И вот этот наш совместные действия должны помочь восстановить экономическую состоятельность компании, которая вследствие позволит заплатить налоги. Действительно, первым на комиссии звучит вопрос «почему?», а вторым «чем помочь?». Лукавить в этом кабинете сложно. Любую ситуацию собравшиеся профессионально видят, что называется, насквозь. Среди членов комиссии и руководители профильных структур администрации, налоговая и судебные приставы. Практика показывает, что абсолютно безнадежных случаев не так и много, просто выход нужно поискать. И на комиссии он, как ни странно, ищется намного быстрее. Мы покупали земельные участки для того, чтобы осуществить строительство автотехцентра с предпродажной подготовкой. Вот. Но у нас еще проблема в том, что мы еще не хватает финансирования. Вот. И тоже над этим вопросом мы работаем. Ищем соинвесторов, попытаемся кредиты взять, естественно, и будем заниматься строительством. Вы, если не погасите задолженность в ближайшие 10 дней, то строить у вас не получится, потому что пристав арестует участок. И вы можете лишиться собственности. Я готов помогать и готов слушать, так сказать, и слышать какие-то просьбы к нам. Там, помогите с этим, помогите там, упросить для нашего инвестора какую-то процедуру прохождения там, по техническим условиям, по какому-то оформлению, выдаче разрешения на строительство. Но масса чего от власти зависит. Мы готовы это прямо вот взять, сжать до минимума и выдать вам как продукт, чтобы быстрее запустить ваш бизнес-проект. Но вы пришли сюда не с решением, вы нам пришли рассказывать какие-то сказки. Всем приглашенным на заседание комиссии предприятиям необходимо оплатить свои задолженности до 15 марта. Иначе к работе с должниками будут подключаться уже судебные приставы. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».